Алексей Воробьев и Кристина Ануфриева на звездной дорожке премии РУ-ТВ. Встречаем их, друзья. Леша все-таки всегда стабильно ходит на премию РУ-ТВ. Алексей! Поцелуй от Алексея Воробьева. Конечно же, мы рады тебя видеть. Твоя девушка одна краше другой. Каждый раз ты появляешься с более и более прекрасными спутницами. Отвечай мне честно на вопрос. Сколько времени именно ты тратишь на сборы и для того, чтобы вечером выглядеть отлично? Ну, во-первых, Кристина – это героиня моего следующего клипа, поэтому хотелось бы сказать Кристиану Ануфриеву ваши аплодисменты все! По времени? 5 минут примерно. Да ладно? Ну да. Идеальный мужчина, времени много не занимает. Проходи в зал, мы уложились даже времени меньше, чем в 5 минут. Времени много не занимает, выглядит всегда отлично. Кажется, к нам присоединяется Алексей Воробьев! Здравствуйте. Привет. Мы сегодня говорим про блоги, блогосферу и социальные сети. У вас, я знаю, что просто миллионы подписчиков в социальных сетях. Как вы этого добились? Я просто делал то, что мне нравится, и это, естественно, начало нравиться кому-то еще, чему я очень рад. Я знаю, что вы один из первых, кто в России начали делать клипы, которые вот не просто там потанцевали под музыку и так далее, а целые большие истории, как некие фильмы. Что нас ожидать дальше в будущем от вас? Во-первых, рядом со мной Кристина Ануфриева, героиня одного из моих следующих клипов. А во-вторых, все клипы, которые я снял за последний месяц, а их было штуки 4, они все реальные киноистории. Просто я не люблю снимать, когда... Я человек, я пою. Мне нравится снимать классные штуки, смешные. И поэтому все мои следующие клипы, они будут еще более и более эпичными. В одном из них, кстати, будет история происходить в 50-е годы. Музыка как 50-е, и все персонажи, машины, костюмы, все 50-е годы. Вот, это будет очень стильно и круто. Я знаю, что у нас тут есть человечек, который любит человечек. Задавать каверзные вопросы. Человечек. Это Софа. Да. Давайте-ка послушаем, человечек. Что за каверзные вопросы она приготовила вам. Да ничего, я приготовила ему стих. Да, слева горы, справа горы, а вдали мы с тобой. Я шучу, на самом деле, я вас очень люблю. Желаю вам всего самого наилучшего, творческих успехов. Вы классный. Спасибо. Вот, и когда-нибудь я соглашусь, просто он мне постоянно предлагает сняться у себя в клипе. Я когда-нибудь к этому приду. Я надеюсь. И снимусь. Я надеюсь, ты однажды ответишь мне «да», конечно. Я очень жду этого момента. Вот. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Все, спасибо вам большое. Мы вас не будем задерживать. Борется за победу в номинации «Лучший видеоклип». Итак, победителя в номинации «Лучший видеоклип» объявит человек, которому для съемок клипа в принципе никто не нужен. Он режиссер, он и актер, он и певец. Алексей Воробьев. И совсем недавно Алексей вернулся к нам в Россию с Каннского кинофестиваля, между прочим. Спасибо огромное. Всем добрый вечер. Очень приятно быть здесь. РУ-ТВ, хочу поздравить вас с великолепной премией. Правда, здесь очень здорово, очень круто и очень талантливо. Вот и, в общем-то, все. Вот и все. Алексей, итак, раскрой нам имя победителя скорее. Это очень приятно, друзья. Итак. Хочу от всего зала, наверное, от всей страны поздравить этого человека, во-первых, с потрясающим выступлением на Евровидении. Он сделал очень крутой номер. Великолепное исполнение, правда. И такими вокальными данными в нашей стране обладает мало кто. Так что, Сергей Лазарев, сдавайся! Лучший видеоклип! Сергей Добрый вечер, друзья. Огромное спасибо, во-первых, Леша, спасибо за твои слова. Спасибо всем вам, уважаемые зрители, за эту поддержку невероятную.